Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас распаковка сюрпризов Happy Box серии Santara London Gorgeous. Надеюсь, мы с вами соберем всех девчонок, будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Коробочки в двух обложках, голубая такая и розовая. Куколка и карамель. В коллекции 6 куколок всего, надеюсь, мы сегодня всех с вами посмотрим. Что-то у меня не получается с первого раза открыть фольгу. И кто у нас тут первый? Какие? Я прям в предвкушении. Конфетки. Сюрпризы эти от сладкой сказки. Вот такие тут конфетки вкусненькие очень. Вот кто нам первая попалась. Она у нас под номером 5. Она с подписью «Принес мне сердечную любовь». Такая вот с бельчонком. Тут в сапожках, в сарафанчике. Вот коллекция поближе. Ну, согласитесь, они прям классные. Вот такая. Ножки у них скрещенные немножко, косолапят они их. Гольфы черно-белые, полосочку. Подставка литая в форме сердечка. Давайте сразу следующую открывать. Откуда бы ее начать открывать, чтобы она нормально открывалась? Так. Так, новенькая. Новенькая. Какая она хорошая. Она у нас под номером 2. Отдал тебе свое сердце. Она как с письмецом. Конфетки, куколка. Тут не разукрасили ей сердечко. Ну, я думаю, можно, кстати, самим это будет сделать при желании. Тут она босиком стоит, лапки так друг на дружку поставила. Здесь у нее уже оранжевое платьице с рюшечками. Хорошенькая. Подставка другого цвета, но тоже с сердечком. Где-то еще давайте откроем коробочку. Новенькая, ну повторку нарвались. Не будем тогда ее открывать. Да, вот я за это и переживаю, что мы коллекцию можем не собрать с вами. Ну, я надеюсь, этого не произойдет. И нам с вами повезет на всех посмотреть куколок. Та-дам! Еще одна такая же. Что-то я начинаю переживать. Потому что вес-то у коробочек разный, но есть повторяющийся, поэтому я и переживаю. Ну, давай.
Да, новое. Ну это прям с письмом. From the heart. Она под третьим номером. Переводится как из сердца. За сердце держится. Такое вот у нее такое платье блестящее, даже бусики у нее вроде есть. Письмо прям не настоящее похоже, но в сандаликах. Хотя, может быть, и вот нет. Это все-таки босиком. Вот это точно прям сандалики. Хотя и у этой похоже на сандалики. Наверное, все-таки они в сандаликах, они босоногие. Это мне пока больше всех нравится. Такое классное. Ручку на груди держит. Давайте дальше. Я прям волнуюсь. Не, повторочка. Что ж такое? Так много повторок. Нам получается не хватает трех, и мы можем себе позволить всего лишь одну повторку, чтобы на всех взглянуть сегодня. Повторка. Да ладно. Неужели, неужели мы не увидим с вами всю коллекцию? Открываем 10 же коробочек, ну как бы влог запечатанный был. И ура! Новую! Вот она такая, с лисенком. Ну это игрушечка на колесиках. Деревянная, наверное, игрушка. И она под номером. Где она? Вот она, наверное. Под номером 4 она, да. Притворный друг. Надпись переводится. Так, где у нас коробочка? Вот такой она. Так, ночнушки. У нее такая голова вытянутая. Такая какая-то она своеобразная куколка. По сравнению с другими. Да? Да. Но без нее коллекцию не собрать. Она нам нужна для коллекции. Как так? Все нужны. Предпоследняя коробочка. Хоть бы новая. Ну, пожалуй. Да. К сожалению, коллекции мы сегодня не увидим с вами. Да? Да, что вот эту, да, хочешь посмотреть? Да, я и эту тоже хочу. А коробочка одна всего осталась. Ну что такое? Невезуха. И повторка. Вот так вот. Всего 4 куколки у нас сегодня. Вот такие куколки Gorgeous нам сегодня попались. Жаль, не собрали коллекцию. Больше всего мне понравилась куколка с конвертом. А тебе кто? Напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!